Каждая семья – маленькая страна. Мы вместе живем, делимся опытом, идем к целям. Важно знать и учитывать планы и стремления каждого. В Беларуси проходит социальное исследование о семье, работе и повседневной жизни. Результаты покажут, как и почему беларусы принимают важные решения. Это поможет создавать планы развития страны в интересах всех поколений. Участие добровольное, без указания имени и адреса. Расскажите о вашем поколении –